Дэвс, усап, ребята, как обычно, меня зовут Йокин, вы находитесь на моем канале, и сегодня мы снова открываем кейсы на сайте MyCSGO. Перед тем, как мы начнем, хотел бы рассказать вам про свой промокод, который прямо сейчас вы будете видеть у себя на экране. Промокод Йокин40, 30% бонус депозиту, то бишь, если вы пополняете 1000 рублей, 300 рублей еще вам идет сверху на баланс. Также при пополнении от 10 тысяч рублей сверху получаете 3000 рублей, то бишь умножается плюс 10, плюс 10, плюс 10, и вы уже получаете свой бонус на свой баланс для того, чтобы открывать больше и больше кейсов, ну и собственно выбивать очень много скинов. Можно пополнять разными способами, это Google Pay, Apple Pay, Skin Pay, также скинами можно пополнять на сайте MyCSGO, это очень удобно, очень приятно, не очень большая комиссия, поэтому кому будет удобнее, понятное дело, скинами будет проще. Также имеется PayPal и пополнение через Bitcoin, Эфир, Tron, Tether, TRC и ERC20. Ну что ж, дорогие друзья, всех приветствую на своем лютом, нереально вкусном канале. Почему вкусном? Да потому что мы постоянно открываем здесь лютые и нереально вкусные кейсы на сайте MyCSGO. CSGO, и нам очень люто заносит. Люто. Почему постоянно люто? Это как мега, только люто, люто и то люто. Сегодня мы будем открывать новые кейсы на сайте MyCSGO. Постоянно обновление, обновление, еще раз обновление для своих любимых пользователей на сайте MyCSGO. Как же без этого? Поэтому сегодня мы с вами открываем новейшие кейсики, проверяем, что они могут нам конкретно занести, и, как обычно, выносим отсюда нереально вкусный дроп. Мы всегда с вами постоянно, практически, ну давайте так, в 98,8% мы всегда отсюда что-то выбиваем, поэтому я тоже сегодня надеюсь, что мы с вами не уйдем с голой жопой. Мы спустились немножко ниже и видим 7 новых кейсов. Как понять, что это новый кейс? Они всегда подсвечиваются, ну, во-первых, new, а во-вторых, вот такой вот красивой иконочкой возле стоимости данного кейса. Мой взор уже упал на кейс за 30 тысяч рублей, который мы с вами сегодня 100% должны будем открыть. Мы попробуем его открыть и посмотрим, может ли он нам занести. В прошлой части мы с вами открывали уже некоторые кейсы из данных коллекций новых. Ну и, как вы поняли, мы с вами отсюда тоже неплохо так залутали. Нас немножечко подвел кейс за 30 тысяч рублей. Ну, как немножечко. Ну, мы открыли два кейса, а купила 0. Но сегодня мы это исправим 100%, поэтому будем открывать все поочередно. Давайте посмотрим на кейс Flying SWAT. Или SWAT, SWAT, SWAG, SWAG. Короче, неважно, как читаете, так и будет. А тут немножко каловые скинчики лежат. Ну, понятное дело, потому что кейс 10 рублей стоит на минуточку. Ну, и будем его открывать 10 раз. Понятное дело, читать я какие тут скины не буду, потому что даже как-то стыдновато будет такие скины, особенно с таким балансом. Ну, радоваться тут нечему. По крайней мере, уже тайна имеется за 300 рублей. Кстати, мы окупились. Удивительно, у нас всегда первое открытие блинкомом, потому что нам ничего не выдает. Только аж под конец. Ну и, видимо, я зря это сказал, потому что оно не будет ничего больше выдавать. Но в то же время оно пытается нас хоть как-то держать в таком, знаете, небольшом балансе. Плюс-минус. Короче, кейсик максимально мне не нравится. Фу. Не знаю, давайте его последний раз, ой, последний раз откроем, и с него 100% лимни мне не хочу его открывать. Мне не нравятся тут скинчики, это во-первых. Во-вторых, мне тут ничего не окупает. Я думал, тут хотя бы, ну, по 200 рублей плюсом будут давать, а те же 300 рублей, это как-то так себе. Next кейс — это Weekly Package. Тоже неплохой кейс, выглядит очень довольно-таки красиво, поэтому let's go и откроем. 590 рублей имеется, кстати, за открытие, и выбиваем мы на 1000. Что тут самое дорогое? Desert Eagle заговор, и больше тут ничего из такого дорогого я не вижу. Но на самом-то деле можно даже его в контракт запихнуть, создать контракт, и maybe повезет нам выбить что-то до 4000 рублей. 1045, ну тоже неплохо. Слушайте, мы в принципе и в ноль выходим, и в плюсик, все как нужно по канону. Next кейс — Hitbox. Знаете, в стиле wallhack, типа что-то там с читерами связано, тоже выглядит красиво, очаровывает, так сказать, своим внешним видом. Тут имеется у нас перчатки Мангры Гидра и Bowie Knife пиксельный камуфляж. Гамма волны за 4000. Короче, тут есть на чем поживиться, поэтому 100% мы его сразу открываем 10 раз и пытаемся отсюда выбить что-то хотя бы 1000 за 5, за 6. В моих интересах отсюда выбить нереально вкуснейший дропчик, потому что, ну, как минимум, я хочу окупиться сегодня. У меня нет такого, знаете, желания остаться при каком-то нуле. Ну, я думаю, вам тоже было бы неинтересно смотреть, как чел просто сидит и сливает свои бабки на сайте MyCSGO. Нет, такого никогда не бывает, ребята, особенно у меня. Я всегда добиваюсь того, чего я хочу, как минимум зная, что я могу отсюда выбить на 4000 рублей. Вот это мы 100% оставляем по-любому, потому что 4000 рублей — это как минимум уже денежки, хотя бы со всех
скинов, ну, имеется. Можно было бы перчатки мне выдать. Ну, хотя с такого кейса за 1000 рублей, я думаю, это не особо и реально. Ни хрена себе. Чел 10 раз открыл перчаточный кейс, и ему как-то, по-моему, там не самое хорошее насыпало. Но мы с вами 100% столько открыть не сможем. У нас нету такого большого баланса, поэтому сидим и думаем, что мы будем делать дальше. Кейс апгрейд за 419 рублей. Тоже неплохо выглядит, охрененно, я бы сказал. Не знаю, мне очень нравится такой стиль. Синенький, оранжевенький, сочетание цветов просто бимба. Но обмотки рук, кожа рук тут имеется. Осторожно, обмотки рук. Оттиск, лор, складной нож, пыльник и нож с лезвием крюком. Все довольно-таки красиво выглядит. Приятные скинчики, даже некоторые я бы очень сильно хотел себе залутать в инвентарь. Даже цвет прибоя P250 имеется. Но как ни крути, мы 100% будем его крутить. Звучит очень странно. 4000 рублей мы тратим на это открытие. Посмотрим, что он может нам дать. Я уверен, 100% уверен, что именно этот кейс может хорошо насыпать. Не знаю, я в него почему-то очень верю. Вот, пожалуйста, цвет прибоя. А я почему-то подумал, что он стоит 24 тысячи рублей, а выпал за 2400. Так не годится, не по канону получается. Но все равно, продолжаем его открывать, и давайте хотя бы раз за 2-3 мы 100% его еще откроем. Мне жутко интересно, что может нормального насыпать. По крайней мере, он нам уже 2 раза купил, мне это очень сильно нравится. Но хотелось бы отсюда перчатки залутать. Хотя бы перчатки. Ну или ножичек до 9000. Было бы уже неплохо. Хотя бы. Хотя я так говорю хотя бы, как будто мне 100% это дропнется. Хотя я в этом не уверен. Ладно, нам кейс уже купил 3 или 4 раза за наше открытие. Мне на самом деле это очень нравится. Мы хотя бы не ушли в дикий минус. И next кейс это In The Smoke. Скинчики вы сами видите у себя на экране. Очень довольно-таки вкусные скины. Рентген калашик, фальшин кровавая паутина, стилит ультрафиолет, дамасская сталь, штык-нож, М4А4 Азимов. Все по канону, ребятки. Открываем быстро. Где-то можно раза 3-4 его открыть, если нам хорошо будет заносить. 11 тысяч у нас первое открытие, второе, и все. И больше, о, 24 тысячи, нормально. И все, и на этом мы заканчиваем. Один раз открываем Legend Never Die. Скинчики вы тоже видите у себя на экране. Я что-то не подрасчитал немного баланс, который у нас остается, потому что я чуть не потратил все деньги на открытие прошлых кейсов. Last открытие этого кейса, Кумиха Драгон выпадает, 1400 рублей мы лутаем, ладно. И ластовый кейс за 30 тысяч рублей. Let's go! Открываем его. Фух, это ластовый кейс из этой коллекции. Я, честно, я подустал ее открывать, но... Какой Орион? Второй раз Орион! И сколько? Сколько? 69 тысяч, ладно. Тоже неплохо. Неплохо. Почему бы и нет? Пусть так и будет. Поэтому все ссылки на сайт, промокод в закрепленном комментарии под видео. Там вы все найдете. Также чекайте описание. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайк. Ну и всем удачи, всем пока. Следите за моими новыми видосами.